ничего не понимаю. Не понимаем. Ой, шеф, а я вас вижу. Аналогично. Шеф, ну что? Ничего. Шеф, ну что? Ничего. Шеф, ну что? Воды. Что? Воды. Дырка. Здесь ровно 4 дыры. Аналогично. Кот. Давай. Не топайте, как слон. 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 Знаете, коллега, а ведь эти дырки... Следы ног слона. Ну, это мы хватили, шеф. Разве наши слоны уже летают? Значит, летают. Ничего не понимаю. Что же это получается? Получается очень интересное дело. Дело о похищении слона. А что? А что? У нас сообщали? Бежим за газетой! Зоопарк. Срочно отправляйтесь в зоопарк, поздоровайтесь и попросите личное дело пропавшего слона. Слона? А мне дадут? Дадут. У меня 10 часов. Аналогично. Ничего не понимаю.
Salieri. Или что-то случилось, или одно из двух. Червячки. Характер добрый, нежный, очень любит рыбий жир. Фу. Здравствуйте. До свидания. А вас я попрошу остаться. Я, товарищи, директор того, на этого. Слон, редкий полосатый, кличка Балдахин. Характер мягкий, добрый, вот. Много лет содержался в клетке у иностранного торговца животными Карбофоса, не выдержав побоев и обид, сбежал. Долгое время скитался, и однажды больной и голодный пришел к нам. Пограничники выходили слона и подарили нашему зоопарку. Ага, вот, особые приметы. Очень любит рыбий жир, при звуках флейты теряет волю. Садитесь на телефон, коллега, и обзвоните все гостиницы. Узнаете, не остановился ли где иностранец по имени Карбофос? Карбофос! Содержание предыдущих серий. Иностранный торговец животными Карбофос в сопровождении слуги приезжает в нашу страну под видом туриста. На самом же деле он вынашивает план похищения принадлежавшего ему когда-то редкого полосатого слона. Используя новейшее оружие, Карбофос начинает осуществлять свой преступный замысел. Однако во время грозы возникают непредвиденные обстоятельства. И случайными участниками событий становятся проживающие поблизости знаменитые сыщики, братья Колобки. Ничего не понимаю. В то время как Карбофос успешно начинает операцию, Колобки выходят на след.
Доллар вверх, горбахус. Краба. Рдэн, макспакан, дёльскрик, батэ, кран. Покажите мне этот большой слон. Good, good. Да-да. И дайте мне большой справка, что этот слон есть принадлежат мне. Прошу. Капут. Ах, какой был слон, какой был слон. Слон плохой. Справка. Хороший. Аналогично. Шеф, они покупают билеты на самолет. А вас я попрошу не суетиться. Встречаемся в 11 часов в условленном месте. Два билета, аэроплан. Ваш вылет завтра утром в 11 часов. Желаем вам мягкой посадки в самолет. Вы слышали, коллега? Они улетают завтра на рассвете. Мы должны как следует подготовиться. Подготовиться! Слушаюсь, шеф! Аналогично. Рыбий жир. Ничего не понимаю. Рыбий жир. Ага. До свидания. Хлеб. Oh,
чемодан большой, тяжелый, как говорится, вот он. Чемодан маленький, легкий, как говорится, вот он. Слуга небольшой, одна штука. Вижу. А это что? Это слон. Она здесь купленный. А бумаги на него есть? Да-да, натюрлич. Справка. Выдана магазином номер 8 иностранцу с табуреткой. Ага, с табуреткой. Подтверждается, что слона он купил в нашем магазине. Покупайте наших слонов. Проходите. Эти, что ли? Ишь ты. Спасибо. А зачем пожаловал? Вы находки принимаете. Да вроде как я. А что у тебя? Я. Вот так штука. Столько лет работаю, но не видел, чтоб находка сама приходила. Примите меня. Меня обязательно найдут. Я очень нужный. Никто тебя не найдет, пока я тебя не зарегистрирую и не определю на склад. Я сам определюсь. Thank you.
слон, чучело. Я птица. Какой вы пыльный. Апси! Это не моя пыль. Это пыль веков. Вот побудешь здесь с моё. Нет, я очень нужный. Меня найдут сегодня или завтра. Никому мы тут не нужны. Нас потеряли навсегда. Не обращай внимания, он все время трезвонит. Звонят из цирка, то из зоопарка. У вас нет нашего крокодильчика. Противно слушать. А вдруг это меня ищут? Рассказывайте. Жди, сейчас расскажет. У меня пропала собака. А что я говорил? Это такая с темным ухом. Вовсе не такая. У меня настоящая дрессированная овчарка. Брось трубку, это нас не касается. Она умеет все, она лучше всех. Перестань реветь, мы ее найдем. Да куда ты лезешь? Такое твое дело. Люди неблагодарны. Ты их развлекай, помогай, они тебя теряют. Если меня спросят, скажите, что я скоро буду. Чучело. Вот она. Ну иди, зарегистрирую. Некогда, меня ждут. Тебя что, нашли? Вот так штука. Да никто его не нашел. Зазвонил этот ненормальный аппарат. У меня пропала дрессированная овчарка. Мы ее немедленно предоставим. Он заварил кашу, чучело. Я из бюро находок. Вы будете искать? Не будем терять ни секунды. Постарайтесь вспомнить, где вы виделись пропавшей последний раз. Здесь, здесь, здесь. Значит, она пропала здесь. Будем искать. Да, точно такая же. Фас, анфас, профиль. Здесь ничего нет. Нет. Здесь нет. Есть! Следствие пошло по ложному пути, но мы исправим свою ошибку. Она? Да. За мной! Дрессированная овчарка. Дрессированная? Вот видите? Как мне надоел этот аппарат! Я когда-нибудь его разломаю. Ой, а вдруг это наш пес?
Алло? Я не успел вам сказать спасибо. Это тот, который просил найти собаку. Почему вы так быстро ушли? Мы бы еще поиграли. Некогда играть. Работать надо. Спасибо вам за вашу работу. Это наша обязанность. Первый раз поблагодарили. Вот так штука. Явился герой! Больше не убегай без разрешения. Меня не спрашивали? И не спросят, и не найдут. Тебя уже нашли. Ты теперь наш. Бюро объявляет тебе благодарность за отличную работу. Да, бюро находок слушает. Не волнуйтесь понапрасну. Ни за что и никогда. Если что-то потеряли, ну подумаешь, беда. Вам вернут в бюро находок ваш учебник и тетрадь. Но, пожалуйста, не надо чувство юмора терять. Но, пожалуйста, не надо чувство юмора терять. Здрасте, пожалуйста. Примите находку. Здравствуйте. А что у вас? Да вот корзинку, понимаете, кто-то забыл. Кончил я торговать, смотрю, а она стоит одинёшенька, и никого нет. А где вы ее нашли? Да около зоопарка, где торгую. Там и нашел. Ну, спасибо вам. Дело-то серьезное, друзья. Ведь они живые. А зачем песок? Сам не пойму. Что же нам делать, а? Не пропадать же. И... Опять беспокойство. Подкидывают нам всякие неожиданности. А мы расхлебывай. Попугай Степанович, выручай бедных найденышей. А? Другой птицы близко нету, а мать когда отыщется? Странно, поразительно. Внутри какая-то зелененькая птичка. Ты садись на них, Степаныч, замерзнут же. Кто? Я? Я не курица, я попугай. Я попугай. Да ведь не простой ты попугай. А из бюро находок. А это же... Кошмар! Позор! Давай, Степаныч, приступай к работе. Не привык я. И странно. И позор! А тебе, Рихан, задание. Беги в зоопарк. Без матери, без птицы не вернусь. Скажите, вы корзину не теряли? Даю справку, он корзины не имеет. А вы сами корзинку не теряли? Даю справку, корзину не терял. Вы корзин... Даже отвечать не желает. Даю справку, орлы ни с кем не говорят и ничего не теряют. А кто вы такая? И откуда все знаете? Даю справку. Я птица-секретарь. Ну, если вы все знаете, посоветуйте, как мне найти хозяйку корзинки? Даю справку. Вам нужно повесить объявление. Вот ваше перо, а вот бумага. Вот спасибо. Oh, my God.
Найдена корзина. Пес Тишка. Пес Тишка. Где этот пес? Подожди же ты! Тишка! Тишка! Пёс! Да постой же ты! Погоди, Тишка! Тишка! Пёс, подожди! Подожди же ты! Тишка! Пёс! Постой! Погоди! Тишка, подожди! Ну подожди ты, Тишка! Подожди! Постой! Дедушка! Деда! А где же твоя птичка? Вот, преследовал. Прошу объяснить, в чем дело? Умоляю, корзина! Где моя корзина? А, так вы пришли за корзиной? Пожалуйста. Это не моя корзина. А может быть... Это? Да, она! Горе! Мои детки, три чудных близнеца! Простите, разве крокодилы несутся? Нет, мы откладываем яйца в теплый песок. А так как прогноз погоды не точен, я держала их в корзине. Вот это... Номер! Кошмар! Инфаркт! Не ешьте его! Он ядовитый! Приятно! Дети, дети, а как же я? Ты наша крокодильница! А это наша папа, наш милый папа. Даже мультфильмы про нас снимают. Дедушке грамоту, тебе медаль, а мне... Странно. Это ж тебе, Степаныч, квартиру дали. Квартиру, радуйся. Да, радуйся. А вещи-то из бюро пропадают. Да, брошка. Зеркальце, 13 предметов пропало. Позор! Мяу, мяу. Вот он, разбойник. Не у него ли наше зеркало? Да что? О, зачем оно коту? Да, такой пират, не только зеркало. Он и попугая может украсть. И съесть. Да вы не беспокойтесь. Все в целости и сохранности. Старушка звонила. Здесь лежали ее очки. Вспомнил, они на верхней полке.
меточку. А медаль твоя где? Медаль? Опять пропажа! Вот она! Нашлась! Как же она туда попала? Твое, Степаныч? Нет, такие черные у меня не прорастают. А, это пирог кота! Кота? А, правильно, правильно! Бедную птичку съел, очками закусил, да еще и медаль хотел присвоить. Нужно вора задержать! Стой! Стой, тебе говорю! Стой! Работаю, мяу, мышиным сторожем. А почему у нас очки пропали? И еще 13 предметов первой необходимости. Свободу честным котам, мяу. Мама, осторожней, чужой квартиры. И это, скажешь, не твоя работа? Стоп. Знаю, кто вор. Посиди и подумай. Thank you.
Есть. О, гляди-ка, Степаныч, моя медаль. Хорошенькие новости. Ох уж это сорока воровка. Так, так, так. Реклама. Школа сорочьих наук. Помогаю первоклассникам, учу уму разуму. Беда. Да она ребят такому научит. Кошмар! Кошмар! Что теперь делать? И дедушка в отпуск уехал. Искать! Искать надо! Поймать и... чтоб не улетело. Искать? Да, найдешь ее тут. Придумал! Придумал! Хорошая вещь, телескоп. Ученые потеряли, а нам теперь пригодится. Вперед! Смотри! Вот здорово! Кошмар! Это слишком телескоп дальнобойный получился, понимаешь? Снова перелет. Эх ты, Масила! Вижу, вижу, вот она! Птичка! Бежим! Ну, я не сейчас. Пёрышки! Стой! Стой! А план у тебя есть? У нас с тобой зубы есть, лапы есть, крылья есть. План нужен! План! План, план. Для того, чтобы вырвать страницу из дневника, надо... А зачем ее вырывать, страничку? Эх ты, двойки-то ведь у тебя есть? Нету. Ну а замечания хотя бы есть? Я еще не успела. Это плохо, плохо. Ну да ладно, горю твоему поможем. О! Внимание! Ну и что? Опять имеем чистенький дневничок. Ой! Ой, ой, правда? Лучшая сорока района из любой беды выручит. Вот ты уроки, например, прогуливать умеешь? Учись! Марья Ивановна, можно мне выйти? Понятно? Придумал! Как дела? Порядочек! Тебе надо что-нибудь стащить. Стащить? Я стаскивать ничего не хочу. Эх ты, сорока-воровка. Тихо-тихо. В жизни все надо уметь. Ну вот, это никого и ничего. Это просто ложная тревога. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. А вы кто такая? А я ваша незнакомая бабушка. А
зачем у тебя, бабушка, такие глаза? А чтоб тебя лучше видеть. И твою медаль. Ой! А зачем у тебя, бабушка, такие вот лапы, ноги? А чтоб к тебе быстрее прийти. И твои медали. Ой, а зачем, бабушка, у тебя такие длинные руки? А чтобы тебя схватить! И мою медаль! Хватай ее, тишка! Дадим. Сорока Наталья. Наташа! Вот! Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.